для того, чтобы разогреться. Не нам, просто. В этом мире все просто. Thank you.
Thank you.
Варе. Thank you.
Сцене, да. Мы не открываем эту тайну. Это тайна? Маленькая. Должно же что-то быть тайной, правильно? Когда у нас следующий перерыв? Я так обожаю тайны! Последние 40 лет дивертирован, все равно обманет. Лучше посмотрите мои честные 4 глаза, они никогда не врут. Можно я еще куда-нибудь посмотрю? Еще какой-то вопрос? Давайте познакомимся. Вот меня зовут Нюша, а как вас зовут? А, ну, можно так простонародно Майк называть. Как? Майк. Майк? Майкл? Ноу, Майк. Майк. Отлично, Майк. А скажите, пожалуйста, а у вас есть дома какие-то домашние животные? Ну, блин, я не знаю. Ну, блин, это как? Жена, двое детей. Домашние, я понимаю, да. А у вас какое животное? Черепаха. Черепаха. Отлично. Это, знаете, это очень хорошо иметь для человека, у которого отсутствует пылесос. Вы пускаете свою черепаху по дому гулять? Да, она огромная такая. Но... А, то есть на нее можно еще и сверху сесть? Кататься, да. Отлично. Коротая рыба. Мне больше нравится, знаете, вот блеск. Может быть, золотая? Нет? Блеск? Ну, блеск. Вот как в ваших глазах. Я сейчас вижу блеск. Может быть, золотая рыба. Может, это коньяк? Я не знаю. Нет, к чему я это все веду? Вот у золотой рыбы всегда есть три желания.